Привет всем зрителям моего канала, с вами Булкин, и сегодня мы играем GTA 4 San Andreas. Итак, я угнал данный кабриолет, и хочу просто, во-первых, поедем в те места, в которые мы еще не ездили. А вот так. Это залет, чувак, это залет. Это залет. Не надо было просто меня сейчас резать, поэтому, чувак, до дома ты не доедешь. Бедный байкер. Ну так вот, я поставил сам себе задачу, что я... Просто-напросто попытаюсь проехаться на этом автомобиле как можно дольше. То есть не будем его менять. Вот, там копы уже летят. Ну и ладно, пускай летят. С копами еще и веселей. И мне нравится, я сказал, что мы поедем по тем местам, по которым мы еще не ездили. Я поехал в то место, где я уже был. Поэтому, ну-ка, надо свернуть отсюда. Сан-Фьеро мы поедем, потому что это было бы логично. Так, надо, наверное, выехать на набережную. Потому что Сан-Фьеро мы толком и не были. По-моему, даже и не были. Ай-яй-яй, капо... Бедный байкеренок! Слушай, ты там, я понимаю, ты там вон еле сидишь, тебя даже из-за руля не видно. Ну, байкеренок в шоке. Поднимай скорей, пока тебя этот опять не... Да что ж такое? Ты что делаешь-то с ним? Это уже издевательство. Так, я хочу посмотреть. Я немножко регулировщиком побуду. Давайте посмотрим за ситуацией, которая... Слушай, ты. В свитере своем. Ты вообще... Еще один. Не, ну в принципе трафик меня всегда здесь раз... О, там... Смотрите, чувак гладит своего друга по головке. А тот сидит и разговаривает по телефону. Так, так что, я не понял. Байкер... А, байкер заплакал. Окей, спасибо, чувак, в свитере, что обидел байкеренка. Ну да ладно. Я по нему, правда, тоже прошелся. Ну да ладно. Все, надо отсюда подальше куда-нибудь ехать, а то сейчас начнется. Итак, у нас открыт капот. Это значит то, что мы сейчас будем всем показывать, какой у нас двигатель на нашем Мерседесе-кабриолете. Я думаю, что можно срезать. Главное, чтобы тачку не ушатать. Но я постараюсь аккуратно. Я думаю, что это было нормально. Это было даже очень... Нормально! Вот надо было тебе выехать отсюда, да? Вот надо было. Ну так вот, мы поедем по набережной, собственно, и дальше так мимо фермы до Сан-Фьеро. Вот, но я думаю, вы понимаете, где находится ферма, особенно игроки в Самп. Вот, ферма нулевая, которая вот... И мы так сейчас и будем шпарить. Так, надеюсь, здесь... О, здесь едут все правильно, смотрите. По встречке никто не шпарит, даже странно. Это даже очень странно. Копы тихо, не поворачиваем. Так, аккуратно. Слушайте, даже не... Текстуры не... Только сказал, что они нормальные. Только сказал, что они нормальные! ДТП небольшое. Все нормально, чувак на BMX опять едет, не крутя свои педали. А, фига себе тут фаер-шоу. Нормально так устроили. Ну ладно, а мы едем. Смотрите, реально все едут спокойно. Едут спокойно, действительно. В своих рядах. Никто не пытается выехать навстречку. Никто не едет по встречке. Ты чё, блин, а? Ты смотри, что напялил на себя. Оранжевый свитер. Сними с него. С себя его. Ну это пипец какой-то, реально. Я только поехал, наехал. Только хотел сказать, что текстуры в порядке, и, собственно, такое получилось. Ну да, на этом кабриолете я очень долго проездил, я уже вижу. Просто, да, колесо заблокировалось. С такой скоростью мы далеко не уедем, нам нужно что-то более быстрое. Только что проехал байк, я поздно среагировал, BMX я не хочу. Так, пожалуй, надо, хотел сказать сейчас в рифму, сходить к врачу. Но к врачу мне надо давно сходить. А сейчас не до этого, сейчас нам нужно машину найти. Машину побыстрее. Так, мы не автобус, это точно. Хотя такими темпами я пока ищу себе идеальную машину, мы уже доедем. Может быть, Мерседес на Мерседес поменяем, смотрите. У нас был кабриолет, сейчас будет седанчик. О! Ну-ка, давай-ка, вылезай. Или... Байк! Фига себе, блин, мне СиДжея жалко, у него сейчас левая нога чуть не слом... Я даже не знаю, как это прокомментировать, трафик здесь реально просто радует глаз. Итак, погнали. Так, будем ехать в стиле... Значит, шашечками. В спортивном режиме. Давайте, так. Что-то, кстати, байк не особо быстрый. Может, Инферно взять? Хотя, ладно, не надо. Не буду. На заднем. На заднем, нормально. Сейчас можно срезать будет, наверное. Ой-ой-ой! Это, кстати, было сейчас... Ну, я хотел к нему на багажник запрыгнуть, если честно говоря. Но не хватило немножко, не хватило. Ладно, ничего страшного, ничего страшного. Красный байк. Классный байк. О, кстати, этот лучший, NRG. Ну, куда мне NRG? Хватит своей девчонкой кататься, дай мне NRG. Дай NRG. Все, у нас теперь NRG. Правда, какой-то он маленький по сравнению с тем. Главное не улететь в воду, но, в принципе, я аккуратно вожу. О, нормально. Ух ты. Аэротрюкач какой-то я прям.
Так, все, выезжаем на набережную, так и едем. Главное не погибнуть сейчас, потому что ХП мало. Значит, с байка слетать, в принципе, нельзя. Поэтому я буду ехать аккуратно. О, как я в потоке-то, а? Междурядье, нормально так. Пролетаем. Слушайте, а почему все едут реально свои... Ну, за это тайм-код мало. Я думаю, что лайк меня каким-то аэродинамическим ветром смахнуло с байка. Я полетел вертикально вверх. Я даже не знаю, как это откомментировать на самом деле сейчас, потому что... Да, такими темпами нужно ехать на машине, и до Сен-Фьера доедем ли мы? Нет, мы доедем по-любому. Сейчас поедем на машине, раз такая фигня. Я ехал спокойно. И тут бац такое, да? То есть нормально сейчас было. Жалко, вы не видели сейчас мое лицо. Потому что оно на самом деле было немножко шокировано, поэтому я немножко промолчал. Ну да, мы появились в больнице, в принципе, не так далеко от того места, где случился инцидент последний. Нам нужна машина. Нам нужна машина. Машина, где ты? Машина. Машина. Дайте мне спортивную машину. Не, ну это не особо быстрая будет, я думаю. То есть так, да? Ты мне ее даришь? О, Султан! Султан меня больше впечатляет. Там вообще BMW сзади. Давай, чувак, уходи. Он меня вытащил из машины и предлагает драться. Но я не хочу драться. Может, ты повиснешь на двери? Да, сделай это красиво. Ну? Что ты? У меня бензобак с другой стороны, мы не на заправке, поэтому... Да, бензобак справа. О, вот эта машина валит. Все, выезжаем на набережную снова и едем точно уже до Сан-Фьер. Я думаю, на Султане мы доедем по-любому. Так, аккуратно. Аккуратно. Аккуратненько. Так. О, автобуса глючит уже немножко. Ну ничего страшного. Почему на крышу? О! Ко мне возвращается мое прошлое. Или уезжает от меня. Стой! Стой! Осторожно, там... Там байкер! Байкер, давай отсюда. О, Range Rover. Тоже нормас. На стиле поедем. Перед копами прям гениально. Все отлично. На черном Range Rover. Думаю, что до Сан-Фьера мы доедем. Несмотря на всякие поребрики. Ух ты. Кто в меня стрелял? Мне, по-моему, колесо пробили. А, там же эти чуваки, которые хотят немножко разборок, но мне сейчас не до них. Я пробую у них издалека сейчас пострелять. Вроде попал в кого-то, все. Едем. Наконец-то! Неужели? Неужели я увижу Сан-Фьера? Даже не знаю, кстати, куда подъехать Сан-Фьера. Кстати, на зону 51 мы так и не съездили в прошлой серии, но я думаю, что это в следующей серии. В этой можно до авианосца съездить, посмотреть, что там. Сейчас посмотрим, что там Сан-Фьера. Вообще, не будем загадывать с этой игрой ничего. Вот что сейчас было? Поребрики! Бордюры! Нормально так перекрутило, кстати. Так, все спокойно, все нормально. Черный Range Rover. Так, аккуратно. Междурядье, шашечки, фургон заниженный. А, нет, только... Ух, ё-моё, вот это трюк! Вот это... Я понимаю. Это сейчас был трюк довольно-таки нормальный. Я перелетел чувака, у него даже никаких... На колеса. Вот это я трюкач, вот это вот нормас. Range Rover у него просто улыбается сегодня. Улыбается Range Rover, что? Машина не может улыбаться, Санёк. Ну и что, он мне все равно улыбается. Сань, хватит сам с собой разговаривать. Окей, все. Так, дрифт. Чуваки разворачиваются немножко не там, где надо бы. Султан лишний. Все, едем. Наконец-то. Все, полный привод в наших руках, поэтому... Так, чувак, только не едь сейчас. Ага, отлично, умещусь. Уместился. Осторожно. Чувак пытался развернуться, но я его отправил в другую сторону. У нас уже дымится двигатель. Сейчас через тоннель мы быстро доедем до Сан-Фьера. Если мы еще в гору вот заедем. Заедем? Заедем. На рейндж-ровере везде проедем. А тут вообще машины не катаются. Нормально? Нет, я ошибся. Я ошибся! Нормально так. О, Мерседес. Кабриолетик. Мне кажется, что мы все-таки закончим серию на нем как-нибудь. О, чуваку нормально, в воздухе. Нет, только не гора! Помогите, ДТП, он сейчас... Нет, ну как так? Вот почему это случилось так? Почему он взорвался именно сейчас? Почему не позже? Почему не... Ой, акробат. Вот и чё? И где я появлюсь теперь? Вы понимаете, что это было не специально? То есть максимум, чего я думал, что я улечу. Но что я вылечу из машины при ударе. Что она взорвется в тот момент, когда
Си-Джей будет рядом с машиной. Нет, я все равно добьюсь своего и доеду до Сан-Фиера. Несмотря ни на что. Просто, скорее всего, мне нужен кабриолет Мерседес, потому что, так скажем, на нем начали, на нем и закончить надо. Надеюсь, сейчас все получится. Давай, быстрее, появляйся, Си-Джей. Сейчас, наверное, будет еще ночь. Вот, а это будет, я даже не знаю, опаснее или не опаснее. О, ну я почти угадал, вечер, наверное, вряд ли это на утро похоже. А, ну, вот, собственно, и ответ на весь вопрос, что реально нужно ехать на Мерседесе. Может, ты выйдешь? Ты не хочешь выйти? Ты не хочешь выйти, говорю тебе? Ладно, я тебе помогу. Ну так вот, там самолет падает, что ли? Впереди. Куда он садится? Там же аэропорта нету, в другой стороне, по-моему. Ну да ладно. Так, тем временем я опять выезжаю на побережье. Ну не совсем побережье, на набережную эту. Ой, опять. Нормально вы так появились, ребят. Вообще беспалевные, просто упали с неба. Все окей, да? Так, все. Аккуратно, главное. С ручником вхожу. И тут стреляют меня. Это сейчас было близко, кстати, к дому. Нормально, я столбы повалил. А этим пофиг, они так поедут. Не проблема для них. Все, едем. Немножко крови на багажнике, но это только придает суровости. Так. Так и знал, что не перелечу его, а еду ему взад в итоге. Ну да ладно. О, можно я только один трюк сделаю? Я думаю, что он не помешает все равно ничему. Я обычно любил так делать, когда ехал в Сампе. Ну, только я бы хотел немножко... Ну ладно, в принципе, тоже пойдет. Все, кабриолет, дальше не бьем. Кабриолет — это хорошая машина. Главное, что надежно. Голова защищена практически. По крайней мере, сейчас он, Си-Джей, вроде свою лысину немножко, только если потрепало. Так, в принципе, нормально. Копов подцепили, ничего страшного. Так, это я проезжал. Здесь нормально. Фар нету, ничего не видно вообще. А-а-а, можно как-нибудь посветлее немножко? Вообще ничего не видно. Если что, мы на крыше, ребят, если там кому не видно. Ничего нового? Может, на колеса? Давай. Есть! Вот так вот, мне сегодня везет. Так, эти тут разворачиваются, как всегда, ничего нового. Это передумал ехать, нормально, ДТП оформляем, эти непонятно, что делают тут. Все, давайте, сейчас аккуратно, главное не влететь в эту гору. О, пронеслись. В дрифте заходим ввысь. Немножко темновато, но я думаю, что сейчас тоннель должен быть освещен, как минимум. Да и вообще нужна машина со светом, ну да ладно. Ничего не вижу сам вот сейчас. Примерно, так, эта гора, вот она справа остается. Все, мы уже преодолели полпути, точно. Чё так темно-то, а? Освещения никакого на загородных трассах. Ужас какой. Можно как-нибудь побыстрее в город светлый? Осторожно, байкерята, у меня нет света. Прости, мужик. Чё, тоже темно, что ли? Да что ж такое-то? Чё везде свет-то вырубили? Ну можно как-то? Подвиньтесь, осторожно. У меня багажник открыт, там динамита. Шучу, нет там динамита. Динамита. Ой, там байкер, да? Ой, простите. Простите, мне нужен свет. Нужно, чтобы было светло. Да что ты тут светишь своей лампой? Осторожно, ребят, осторожно. Ничего не видно, да ё-моё, а? Где свет, где освещение? Столбы какие-то стоят. Да куда я еду-то вообще? Черный дым уже, по-моему, кстати, у меня. Не. А, вон, все, там будет сейчас светло. Отлично, наконец-то. Копы. Ой, я не хотел, кстати, их трогать, но думал близко проехать, но что-то... машина заглохла. Думаю, что самый лучший вариант — это выпрыгнуть из нее. Так, сейчас придется немножко разобраться с копами, я думаю. Или вот этот Инферно забрать. Нет, мне его не отдадут. Рейндж Ровер. Да, нет, мотоцикл. Только в этот раз я буду ездить аккуратно. Давай, сюда мне его. Оранжевый мотик, что может быть лучше? О, а вот тут посветлее уже, я смотрю. Да и свет у меня появился. Отлично. Так, ну что, куда прокатиться? Давайте все-таки к авианосцу. Ох, Санек. Там стол повалили прям на машину, которую я и так поцарапал. Бедная машина. И спереди из-за... Куда он поворачивает? Во дворы? А, он так разворачивает. Копы, вы неудачно поворачиваете. Ну да ладно. Так, между копами, смотрите, опасный трюк. Опа. Какой я нарушитель, а? Так, почти к авианосцу подъехали.
Отлично. Так, здесь чувак куда-то поехал непонятно куда. Аккуратно. Это было близко, но ничего страшного. Вообще сейчас... Вот сейчас просто мне повезло реально. Между столбами и машинами проехал. Так. Ну что, авианосец. Яхта стоит. Здрасте. Я тут приехал. Аккуратно только байк бери. Мы здесь уместимся? Точно уместимся? Точно. Ладно, не буду рисковать с этими текстурами еще. Так, стоит яхта. Так, что тут у нас? Ничего особенного-то и нет. Я думал, тут, может, на меня будут сейчас злиться все. А тут никого и нет. Эх, ну что ж. Яхта там пускай стоит сама по себе дальше. А мы отсюда попробуем. Ну-ка, опасный трюк сейчас будет. Как? Нет! Ну ладно, я думаю, что на этом серию надо заканчивать. Тем более, что мы утонули. А почти, кстати, на самом деле получилось у меня перепрыгнуть это, так скажем, препятствие. Ну да ладно. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Булкин. Ставьте лайк, если хотите еще больше серии по GTA 4 San Andreas. И, в общем, всем удачи. Комментируйте. Всем пока.